Всем привет! Сегодня на моем канале «Готовить как дважды два» мы протестируем рецепт из кулинарной книги к медленной варке и приготовим топленое молоко. Я буду использовать 2 литра домашнего молока. Кроме него нам нужно только терпение, так как ждать придется аж 14 часов. Включаем медленноварку и ставим таймер 14 часов. Выбираем минимальный режим. Во время приготовления периодически нужно снимать пленочку. Вот прошло 13 часов. Я решила, что этого времени достаточно. Из 2 литров у меня получилось 1,5 литра вкусного топленого молока. Что я вам скажу? Рецепт работает. Готовьте! Подписывайтесь, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. До новых встреч! Пока-пока!